перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. На Versus Gas буду с ресторатором. Ну, типа, проверочная работа. Неделю отучились, на следующей неделе должна быть проверочная. Так, всех заебалов я сейчас буду банить нахуй. Хуели совсем. Мамке своей иди скажи, что она тебя заебала. Пёс малолетний. Таня, я уже сдал все экзамены. Чисто жду диплом 14 числа. Выпуск с Версусом. Бля, бро. Да везде будут концерты. Сука, хоть кому-нибудь интересно что-то, кроме альбома? У меня такие бессердечные и черствые слушатели. Их интересует только, когда у меня альбом. Как это больно осознавать. О, спасибо. Выпросил, чтобы меня спросили, как у меня дела. Хорошо у меня дела. Очень приятно, что вы интересуетесь. В Пермь, наверное, в ноябре. О, щит. Что я делал в Гинзе? А, это ты, сумасшедшая Аня, да? Да просто хотел приехать посмотреть, как Терри выступает. Съел у него все яблоки в гримерке. Да, я завтракал, ел пиццу. Творчество Twisted Insane, да. Сумасшедший дядька. Оправдывает свой никнейм. Салам, Кыргызстан. Привет. Я сейчас буду начинать зевальный флешмоб. Я уже весь в слезах просто. Терри Маныга. Альбом 14-го. Скорее всего. Вуаль тайны немножко оставил. Ванёк в Омске. Ищите его на улицах своего города. Помимо музыки я нихуя не делал. У меня было 3 выходных за все лето. Вот, вчера, позавчера и позапозавчера я посмотрел 2 фильма, поиграл в компьютер, подрочил хорошенько, многократно, послушал музыку, сделали бит с пацаном с одним, все.
Сейчас ко мне приедет Роман Кашин, а.к.а. диджей Кашин, а.к.а. я расстался с тёлкой. И выходной на этом кончится, мы будем работать. А вечером, если я буду живой, мы поедем в парк развлечений с Ромой Прива. Меняю Романов как перчатки, короче. Зачитай дайджест. Зачитай дайджест. Сам зачитай. Невозможно отвлечься вообще. По поводу дропов, всему свое время, я уже музыки до середины 19-го года написал. Так. У меня во время работы я слушаю свое дерьмецо очень много. О. Терриин из Мазафака. Сам зачитай дайджест. Нравится он тебе? Вот и читай его там на своих выступлениях. Терновой Олег. Я тут недавно играл в доту. Блять, на Варкрафте. Через горенку. Прям как в детстве. Пушка вообще. Создается пиздец, какое ощущение рутинности с таким графиком. Просто конское. Мощнее, чем когда я работал в офисе. Салам алейкум, Омск. Валейкум ассалам, вернее. Так. Я неопрятный, я не слишком импозантный сегодня, поэтому я не показываюсь. Я люблю играть за Траксу, потому что там делать нехуй. Девяткино — это, блядь, не Silent Hill, это центр вселенной. С кучей хачей и гопников. Вот. Девяткино — это смысл жизни. Хмурино гэнг. Мы в Хмурино. У нас здесь зомби-орда каждое утро возле метро и туман пиздецкий. Да, я алкоголь пью редко. Есть вредная привычка. Блять. Что-то я недавно думал насчет вредных привычек. А, да нет, больше нет вредных привычек, значит, если я не вспомнил. Надо съебаться из топа эфиров, долбоёбы повыходили. Да я просто прилёг ебать и зашёл в Инстаграм. Почему это значит, что я болею или я с бодуна, или типа вы что, не можете прилечь? Да, есть эксперименты, есть нежданы, всё есть, как обычно. Привет, Костанай. Спасибо. На свай вайб. Сука. Что? Трачу деньги. Чаще всего трачу деньги на еду. И на такси. Да он не заебанный, я просто тихо разговариваю. Будет
сколько же их будет? 10 песен будет. И один скит. Первый миллион. Хуй знает. 22, наверное. У меня есть мечта, она и есть моя цель. Да, везде, Степан, везде будет сразу доступно. Да нахуй мне этот рекорд почитки. Просто быстрая хуйня не прикольно звучит. У меня в семейном чате вообще веселуха постоянная. Там все коры мочат время от времени. Даже бабушка. Концерт, да я не захворал, все заебись. Просто лежу. Снимаю обои теперь. Бля, у меня был план сделать пиздатый альбом, вот и все. Каждый день хуярил песни и потом из них выбрал пачечку. Вот так. Хуй 29 сантиметров или новый альбом? Конечно, новый альбом. С 29-сантиметровым хуем заебешься искать себе партнершу. Тебе нужна будет девчонка, у которой пизда глубиной 29 сантиметров, как минимум. По-моему, это дохуя. Хуй знает, Минаж никогда маленькой не была. Влюбляйся в меня полностью, Морозова. Двухчасовая версия на ютубе про мое выступление на Версусе. Чего? Че это за хуйня? Неожиданные люди, они на то и неожиданные, чтобы я не говорил о них. Демки мои старые сливают какие-то сыновья собак. Они глупые люди. Не надо так делать. Что делать, если наебал всех близких друзей, они не хотят тебя видеть? Ты долбоёб, братишка. Хуй знает, что тебе делать. Флешбеку лет уже 5, наверное. Да, скоро 5 лет этому треку будет. Вайб записывался. Мы писали альбом сначала с Ваней. Потом я отвлекся на сольник. Мы писали альбом, и мы закончили. Вы написали 7 треков. Сначала думали, что их будет 8. Я говорю, ну а теперь в конце нам нужен какой-то тупой трек для тачки. Вот я прям чувствую, что надо сделать такой трек. Вот так мы сделали вайб. Да никто не говорил, что я батлил на Версусе. Тот, кто решил, что я батлил на Версусе, не умеет читать или не отличается интеллектом.
А что за день недели? А, так получается, на этой неделе альбом выйдет. Нихуя, заебись. Я что-то потерялся совсем. Получается, через 5 дней выйдет альбом, нихуя. Или даже через 4. Я на альбоме сделал припев из смеха Вани Рукса. Смех смешной у меня. Так, прошу прощения, господа, мне нужно идти. Месье Роман Кашин уже у моего подъезда, у моей парадной. Ударился колесом о поребрик. Сытый, бля, гречей ждет меня. Короче, давайте, я зайду попозже вечером, наверное. Всем оставшегося хорошего дня, до свидания.